إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Вспомним несколько аятов из жизни пророка عليه الصلاة والسلام Аллах сказал: «Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи ррахмани ррахим, ваддуха, валлейли иза сажа, ма вадда'ка раббука вама кала, валал ахирату хайрун лака минал уула, вала сауфа ю'атика раббука фатарда». Садака Аллах аль-Азим. وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. В этой суре Аллах Тааля клянется «Ваддуха» — утренним временем, «Валлейли иза саджа» — ночью, когда она все покрывает, «Ма ваддаака раббук» — Господь твой тебя не оставил, «Вама каля» — и не возненавидел. Был такой случай, были такие случаи в жизни пророка, алейхиссалям, когда Джабраиль, ангел, являющийся связным между Всевышним и пророком, некоторое время, алейхиссалям, не приходил. Может, иногда даже две недели не приходил. И от этого пророку было тяжело, что нет связи со Всевышним, нет связи с высшим миром, скажем так. И иногда люди приходили, всякие вопросы задавали, пророк, алейхиссалям, им не мог ответить, ждал, когда придет вахий. И это было причиной того, чтобы унижать пророка, алейхиссалям. Даже некоторые бессовестные люди говорили, шайтанука каттаракак, твой шайтан тебя оставил. Ты... Вот такие слова могли себе позволить. Эти безбожные люди. И тогда Аллах Тааля ниспослал эту суру, что Аллах тебя не оставил, Аллах с тобой. Но испытания есть у всех, в том числе у пророков. И у них испытания даже больше, чем у простых людей. «Валал ахирату хайру лака миналь уула» — будущая жизнь, последняя жизнь лучше для тебя, чем первая. «Валя сауфа ю'атик» — скоро тебе твой Господь даст. Фатарадо, и ты будешь доволен. Ну, больше всего, к чему стремился пророк? Что хотел, чтобы Аллах ему дал? А? Хороший дворец, или красивую жену, или богатство? Нет. Он постоянно говорил «Умати, умати, 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 умати». «О Аллах, укрепи мою общину! О Аллах, прости моих последователей! О Аллах, веди прямой дорогой людей моей эпохи!» Вот что хотел Мухаммад Расулуллах, алейхиссалям. И толкователи Кур'ана пишут, что «Дай Аллах нам быть среди них, я Аллах», что большинство жителей рая будут умма Мухаммада, саллиллаху алейхи салям. «Валя сауфа ю'атик» — «Скоро тебе твой Господь даст».
фатарда, и ты останешься, будешь довольным. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидум маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидум маджид. Раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар. Ва саллаллаху алейхи ва саллям.